Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Алалія – хвороба дітей, які мовчать. Про сучасні методи лікування та взагалі, що це така за хвороба, будемо говорити сьогодні з нашим спікером. Я рада вітати у нашому прес-центрі. Голова громадської організації «Центр розвитку, корекції, психіатричної, психологічної, педагогічної допомоги для дітей та дорослих, територія розвитку», медичний та соціальний психолог, арт-терапевт, дефектолог, логопед, тренер міжнародних психологічних фестивалів Юлія Поліщук. Я вас вітаю. Юлія, розкажіть нам, будь ласка, що це за хвороба і які основні причини її виникнення? Ну, прежде всего, я скажу, что так не говорят заболевания. То есть это особенность развития ребенка, которая прежде всего закладывается внутриутробно, и причин к такому нарушению бывает очень много. Это может быть различные болезни мамы во время беременности, переживания, наши политические события, события мировые, различные инфекции, очень много различных факторов могут повлиять на такое вот особое развитие речевых особенностей ребенка. И ребенок не начинает говорить в нормативные сроки, тогда, когда должна появиться речь. У него может быть отсутствовать гуление, может не реагировать на отклики мамы, которая к нему обращается. Но, как правило, на это не очень сильно обращают внимание родители, потому что если ребенок родился первый в семье, то не с чем сравнить. Быстрее всего мама начинает подозревать, что что-то не так, когда уже ребенок начинает ходить, мама выходит в песочницу, и тут она понимает, это в районе там, года с небольшим, что другие дети уже в этот момент произносят слова. Причем слова очень понятные: мама, папа, дай, ля-ля и так далее. А ребенок молчит. И тогда возникает, наверное, первая тревога, что же с этим делать. Да, есть МКБ-10, в котором зафиксирована данная проблема в виде болезни, и действительно в лечении, точнее, наверное, такой вспомогательном способе, чтобы вызвать речь, может помогать доктор-психиатр, потому что речь – это психический процесс, и ребенок, у которого отсутствует один из процессов речевой, родители могут обратиться к психиатру, к детскому психиатру, получить консультацию и в случае необходимости получить какое-то медикаментозное лечение. Но на фоне получения медикаментозного лечения очень важны занятия. И если это очень маленький ребенок, то это занятие с дефектологом. Если это чуть-чуть старший ребенок, уже больше к трем, это может быть подключаться логопед. И может быть какие-то психологические проблемы отсутствия речи, потому что есть такое понимание, не востребованность речи. То есть мамы-то у нас сердобольные, мамы все знают о ребенке, и порой они просто не дают возможности ему говорить. Ой, ты хочешь конфетку, вот ты хочешь там, пойдем гулять, вот, и ребенок в какой-то период уже просто соглашается с мамой и не начинает отвечать, не просит «дай», мама все знает, не отвечает на мамины там «пока» или «здравствуй». И есть причина, конечно, есть предрасположенность ребенка к такому неговорению, но тем не менее это тоже может не развивать речь. И все больше и больше появляется таких детей, очень много различных и сопутствующих проблем. Допустим, у ребенка с аутичным спектром может отсутствовать речь, но уже там будет не алалия, а отсутствие коммуникации. И тогда ребенку нет необходимости говорить, и он тоже не использует речь. И нарушений речи на самом деле очень много, и очень важно заниматься этой проблемой как можно раньше. Чем меньше ребенок,
тем сложнее, наверное, с ним заниматься, сложнее взаимодействовать, но можно не вывести, как вы говорите, в болезнь, не получить инвалидность, а вывести ребенка в, как есть такое понятие, в нормотипичного ребенка, то есть он немножко с опозданием будет развиваться по возникновению и грамматике речи, но в какой-то период он будет, не будет отличаться от любого ребенка, который начал говорить в срок. Дякую за відповідь. Які такі, можливо, помилки роблять батьки, коли дізнаються, що у них дитина з такою особливістю, або коли вони не дізнаються, але довгий час зволікають, не реагуючи на те, що дитина не балакає там до 2-3 років, от з вашої особистої практики? У нас бытует такое мнение, что мальчики говорят позже, есть фраза, и, допустим, если ребенку 3-4 года, то порой, ну, как в народном таком понимании, часто папы, мужчины говорят, да что ты спешишь, разговоришься, разговорится ребенок. Я тоже, например, заговорил позже срока. И, к сожалению, родители теряют время. Но, конечно же, они растеряны. Порой не знают, к кому обратиться. Порой, ну, действительно, проще что-то не делать, а лучше подождать. Да, конечно, бывает, что без особого вмешательства дети начинают говорить. Позже срока она начинает говорить. Но, как правило, они говорят, у них построение речи неверное. То есть, например, ребенок может говорить... на себя мальчик, а он может говорить, он пошла уже позже. Но уже установлено, что причины нарушения речи, отсутствия речи очень глубинные, и нужно не терять время, а заниматься, чем раньше, тем лучше, потому что ребенок привыкает не пользоваться речью, он начинает жестами показывать, он может быть агрессивный, он может, наоборот, забиваться в уголок. Важно, чтобы ему жилось комфортно, поэтому ему нужна речь, мы люди, нам нужно общаться, разговаривать, поэтому чем раньше, тем лучше. Як правильно я почула на початку, ця особливість, вона з'являється ще під час вагітності матері. А чи можна набути таку проблему? Нет, если мы говорим о аллалии, то это такая особенность, клетки головного мозга недоразвивались, то есть количество клеток должно быть определенным, должна быть готовность к речевой функции. И оказывается, ну, тогда, когда ребенок начинает агукать, гулить, отвечать на обращение, ну, прежде всего, мамы, но и других родных, то клеточек головного мозга не хватает для этого. Может быть, идет сигнал в головном мозге, но не возникает речи. И тогда можно заметить это в трехмесячном, с 3-6-месячного возраста ребенка можно эту особенность заметить. И тогда можно уже тогда бить колокола, есть такое понятие раннее вмешательство. Но родители, как правило, это не знают, и даже когда там 2-3-летний ребенок приходит к тому же доктору, доктор задает вопрос, когда загулил, а мама говорит, не знаю, а вроде и не гулил, и не помню, когда, если такое было. И очень важно на это обратить внимание. И, ну, конечно же, ну, рядом находится мама, и больше всех она переживает, и она чувствует, что что-то не так. Задавать вопросы. Часто такие родители приходят первым к психологу. И если психолог компетентен в этом вопросе, он может подсказать, каким специалистам нужно идти родителям, консультироваться, искать уже, наверное, не причину, а глубину нарушения и ее устранять как можно быстрее. Які ж от методи лікування існують? Які з цих методів, на вашу особисту думку, є найбільш ефективними? Я не доктор, поэтому о методах лечения говорить не могу, но могу их очертить. Есть медикаментозные способы лечения. Для ребенка с нарушением речи их назначает доктор-психиатр. Если есть какие-то неврологические нарушения, и они тоже как-то могут влиять на отсутствие речи,
то доктор-невролог помогает этому ребенку. Есть альтернативные, инвазивные способы лечения. Это, допустим, микрополяризация, высокочастотная терапия, которая, допустим, у нас в городе работает по методу Влады Тарасенко. И обязательно это включение педагогических методов. Что я понимаю под педагогическими методами? Это педагогические, точнее коррекционные такие, это работа дефектолога, то есть того специалиста, который может работать с ребенком с учетом дефекта. А дефект его, вот в данном случае, это отсутствие речи. Очень важно вовремя вызвать речь, как можно быстрее нормализовать ее, потому что, к сожалению, отсутствие речи ведет за собой нарушение познавательных способностей, мышления, внимания, памяти, и они могут не развиваться, и, к сожалению, проблема ЛАЛИ может привести к проблеме умственной отсталости. То есть ребенок может быть умственно отсталым и уже даже иметь инвалидность. Ну, от я якраз хотіла задати питання, які можуть бути наслідки, окрім таких, ще є які наслідки, які можуть насторожити батьків? Конечно же, потому что если речь развивается не вовремя, и даже если она не приводит к инвалидности, то такой ребенок, он будет отставать в развитии среди своих сверстников, детей дошкольного возраста, и потом будет очень сложно ему учиться по школьной программе, он будет отставать, он не будет вовремя усваивать чтение, письмо, ну а дальше ему понадобится отвечать на вопросы, говорить, принимать решения, а такая функция, как речь, у него будет тормозить. Соответственно, будет сложно. И еще есть такой, ну, всегда такой фактор очень серьезный. Как сколько бы родители не вкладывали в своих детей, как бы они их не корректировали, ведь когда ребенок приходит в школу, вся история ребенка, она остается на памяти у родителей. А учитель относится к ребенку как к ученику, к которому есть определенные требования, и он их должен выполнять. И, конечно же, будет очень сложно, если у ребенка, ну, уже появилась речь, но она, у него маленький словарный запас, он говорит однозначно, например, то он не сможет ни написать, ни ответить на вопрос, ни понять задачу, условия задачи, ну и многое-многое другое. То есть появятся трудности в обучении в школе. Що ж, я вам вдячна за ваші відповіді. Окрім того, що сьогодні ми говорили про Алалію, хочу ще звернути увагу, що зовсім скоро відбудеться міжнародна практична онлайн-конференція, організатором якої ви виступили. Для кого ця прес-конференція, якою буде програма, розкажіть нам. Скажу, що організаторами цієї конференції виступили 3 чоловіка. Это я, это моя коллега, доктор-психиатр Андреева Оксана, и моя коллега и друг, логопед-дефектолог Юля Храмова. И как раз эту конференцию, целью нашей конференции является то, чтобы привлечь внимание как специалистов, так и родителей к такой серьезной проблеме, как нарушение речи, в том числе и о том, о чем сегодня мы говорим, о ЛАЛИИ. И эта конференция для того, чтобы работать в команде со специалистами, логопедами, неврологами, психологами, психиатрами, родителями. И выступают у нас на этой конференции как раз спикеры, которые я выше перечислила. И такая же аудитория будет смотреть, слушать конференцию, надеюсь, задавать вопросы. И мы считаем, что это очень важное событие в жизни нас, прежде всего, в жизни тех людей, которые будут у нас выступать, те, которые будут нас слушать, и в жизни нашего города. Вы сегодня до нас завітали с таким методичным материалом. Расскажите, что это, покажите нашим глядачам. У меня
вот в руках. Книга как раз тех двух еще специалистов, которых нет сейчас со мной, это вот Оксана Андреева, Юля Храмова, ну и я. Мы в 2019 году в издательстве «Герда», издательство нашего города, выпустили книжку «77 чудес в сундучке. Арт-терапевтические техники в работе с особым ребенком». И здесь техники для работы психолога, педагога, родителя, нейропсихолога, логопеда и очень много арт-терапевтических техник по работе с детьми с нарушениями речи, и в том числе Салалия, о которой мы говорили. Это книга для творчества, это книга для специалистов. Очень рекомендую вам ее приобрести. Вона зараз уже є в продажу, її будь-який бажаючий може придбати. Да, вона є в продажі з 2019 року, коли вийшла, є в продажі, є в нас, обращайтесь к нам. Що ж, я думаю, обов'язково усі бажаючі придбають таку книгу. Я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Ми говорили про, як нам пояснила, це не хвороба, а особливість дітей, які мовчать, алалія, сучасні методи лікування, профілактика та симптоми. Розповідала нам про це голова громадської організації «Центр розвитку корекції психіатричної, психологічної, педагогічної допомоги для дітей та дорослих, територія розвитку», медичний та соціальний психолог, арт-терапевт, дефектолог, логопед, тренер міжнародних психологічних фестивалів Юлія Поліщук. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!